пятницу в Самарской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Плюс 1-2 градуса днем, ночью 1-4 с минусом. Ветер северный 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде снега. Днем плюс 1, ночью 1 с минусом, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 1, ночью 1 ниже 0, северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков, плюс 1 в дневное время, ночью минус 4 градуса. Северный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.